Антискам-проект Decentralized Escrow запустил при ICO. Как сообщает официальный сайт компании, 27 августа стартовала кампания по привлечению инвестиций в проект Decentralized Escrow. Цель проекта – дать возможность инвесторам выгодно вкладывать средства и финансировать проекты, не опасаясь мошенников. Также проект дает возможность контролировать все этапы создания конечного продукта. Для своих ранних инвесторов DES предлагает бонусную систему поощрения в зависимости от суммы вложений, а также 50% бонус на момент основного ICO.